Так, что-то есть? Ой, да ой, ребята, посмотрите, что там с палкой. Как она согнулась. Ни хера себе. Отпустила, что ли? Что-то есть, да что-то серьезное там. Ой, как у меня тащит. Не думаю, что это макрель. Совсем не думаю. Думаю, там что-то посерьезней, покрупнее. Посмотрите, как у меня удочка согнулась, ребята. Да-да, там на несколько килограмм точно, это как минимум. Так, ребята, всем привет. Я вас снова приветствую на своем канале. Всех любителей заточки ножей, а также любителей рыбалки. Выбрался я на рыбалочку. Сегодня у нас новое местечко, тоже на островах. Пришел вот на новое место, давайте немножечко покажу. Вот так вот выглядит место, где я сегодня ловлю. Надеюсь, будут какие-то поклевочки. Ну, а если нет, тогда просто проведем хорошо время. Так, первый заброс у меня. Поставил я ленту, дорожку, называйте как хотите, на 5 крючков, плюс последняя блесна в виде форельки, ложечка. Вот. Леска у меня стоит все та же, 0,2, выдерживает 14 килограмм. Леска у меня шнурок, смотрите сами. Катушка Shimano Katana 4000. Ну и про крючки я уже сказал. Главная цель сегодняшней рыбалки — это скумбрия. Ну, если будет клевать другая рыба, я, конечно, не против. Ну, вообще, хотелось бы поймать скумбрию, хотелось бы подержать на крючке несколько рыб одновременно. Давно я не испытывал этого ощущения. Вот. Стоит у меня, ребята, посмотрите сами. Вот стоит такая одна блесна форелька, ну, остальные мелочи. Маленькие, как на сайду или на скумбрию. Так что вот. Ну что, давайте бросать дальше. Пока что сделал один заброс безрезультатно. Пойдем немножечко сюда. Попробуем швырнуть в эту сторону. По ветру, так сказать. Оп. Так, чуть-чуть приподнимем вот так вот, ребята, закурим. Вы же знаете, мы когда закуриваем, у нас сразу же все идет. Нужно просто закурить сигаретку, и сразу же будет клев. Что мы, собственно, сейчас и сделаем. Погода у нас сегодня так себе, как вы видите, довольно облачно. Ну, вроде как дождя не обещали, так что будем надеяться. Если дождь пойдет, конечно, это все испортит. Сильно испортит. Не рыбачил я уже около недели, даже побольше. Очень много работы, ребята. Извиняйте, видео выходит довольно редко в последнее время. На то причина основная работа. Так, ну что, пока что тихо. Нет пока поклевок. Ветер сильный, северный, кстати, ветер сегодня, это может сильно влиять на рыбалку. Я замечал, когда ветер северный, тогда рыба очень плохо клюет, или же вообще не клюет. Ну, мы будем надеяться на лучшее, не будем расстраиваться раньше времени. Подписываемся на канал пока что, ребята. Будут выходить новые видео с рыбалкой. На выходных я еду отдыхать, так что, возможно, будет рыбалка. Попробую записать новые видосики. И, возможно, даже поеду на лосось, если все сложится, как я планирую. Может быть, даже за лососем. Так что подписываемся на канал, чтобы не пропустить новые видео, чтобы быть в курсе дела. Ставим колокольчик
и ждем выпуска новых видосов. Очень хочется поймать лосося. За свою жизнь я успел подержать только дважды на крючке, но дважды я не смог его вытащить. Поэтому очень многие рыбаки ходят охотиться на лосося, потому что это очень интересная рыбалка, его очень сложно вытащить. И азарт просто неимоверный. Ну что, пока что не было ни одной поклевки. Возможно, стоит поменять нашу форельку на что-то более крупное, чтобы можно было чуть-чуть подальше зашвырнуть. Вот что-нибудь вот в таком роде. Такой пилькер у нас это называется. Это блесна на 60 грамм. С таким можно уже зашвырнуть чуть-чуть подальше. Лодок сегодня тоже что-то я не вижу в море. Сегодня, видимо, с ветром никто не выходит рыбачить. Кто кроме меня. Самый отчаянный парень. Да, ребята, пока что не было ни одной поклевочки. Можно, конечно, поменять тактику. Попробовать поставить силикон, похотиться за крупной рыбой, если макрель не идет. Так, что-то есть. Ой, да ой, ребята, посмотрите, что там с палкой. Как оно согнулось. Ни хера себе. Отпустило, что ли? Что-то есть, да что-то серьезное там. Ой, как у меня тащит. Не думаю, что это макрель. Совсем не думаю. Думаю, там что-то посерьезней, покрупнее. Посмотрите, как у меня удочка согнулась, ребята. Да, там на несколько килограмм точно, это как минимум. Это как минимум. Килограмма на 3 точно там. А то и больше. Ой, ёкарный бабай. Посмотри, что там за монстр, а? Что там за монстр сидит? Мне его даже не вытащить. Палка просто согнулась. Сопротивление неимоверное, ребята. Вы посмотрите. Это все. Блять, как бы там не зацепиться теперь? Тихо. Ё-моё, там зацеп, блядь. Что делать? Мы зацепились, у меня же там 5 крючков. И еще, походу, рыба. Так. Пиздец, короче. Все, походу, рыбы нету, только зацеп один остался, ребята. Что делать-то? Что будем делать? Да, рыба ушла, и у меня зацеп. И теперь я не знаю, как мне с этого края вытащиться. Пипец, просто пипец. А там просто такая торпеда сидела. Просто у меня палка согнулась, аж я шахнул тут. Ну все, это. Мало того, что сход, так мы сейчас еще, походу, и крючки потеряем. Так, ребята, придется тянуть. Так. Нет, крючки мы не потеряли, но рыба ушла. Рыба ушла. Прошлась по всем водорослям, вот. И вот что у нас осталось. Фух, да, но это был бой, конечно, это был бой. Сейчас нам нужно все почистить заново. И будем пытаться еще раз ловить. Но, ребята, сидело что-то серьезное, однозначно. Потому что палка согнулась, я ее еле-еле удержал.
Ну и, как вы видите, здесь у нас обрыв. Сразу же рыба, видимо, нырнула под обрыв. Спряталась там водоросли. И все, у меня тут 5 крючков, и пошло-поехало. В общем, там уже хрен вытащишь. Жаль, жаль. Не хотелось, конечно же, сходов. Ну что ж, бывает. Бывает. Сейчас мы почистим крючки и будем дальше ловить рыбу. Будем пытаться дальше. По крайней мере, эмоции я уже получил. Очень неплохие ребята эмоции, скажу я вам. Было интересно. Но рыба была мощная, однозначно. Давайте. Очередной заброс. В следующий раз. Ну, я не смог вытащить. Я и так уже крутил со всей силы. Я чувствую, что у меня уже катушка не выдерживает. Прям хрип от нее идет. Кручу, пытаюсь поднять рыбу. Но рыба тяжелая, сопротивляется. И уходит под камни. Ну, вот и результат, собственно. Бывает, бывает. Давайте перекурим это дело. Чтобы у нас еще что-нибудь клюнуло. Такого же рода, блин. Жаль, сейчас бы, конечно, показать вам трофейчик. Видите, поставили немножечко покрупнее блесну, и сразу рыба покрупнее пошла. Но рыба была мощная, там однозначно больше 3 килограмм, там по весу, я не знаю, то может быть все 5,7 было, там трудно сказать под водой. Но очень серьезное сопротивление было, очень мощное. Один, кстати, крючок у меня отлетел с маленькой рыбкой. Ну да ладно. Давайте опять попробуем в ту же сторону. На максимум лески, пускай немножко заглубится. Вот вся леска и ушла. Надо еще дома лески однозначно намотать. Ну классно, классно, ребята, побороться немножко успели. Ощущения офигенные. Таких ощущений бы побольше. Не забываем подписываться на канал. Ставим свои лайки, ребята.